ж, ми продовжуємо наш ефір, і довгоочікуваний гість, якого ми чекали, гарний такий могутній чоловік, у нас в гостях Олександр Бондар, триразовий чемпіон України з бодібілдингу. Доброго ранку. Олександр, не просто так ви завітали. По-перше, я хочу вас привітати, адже 16-18 жовтня в Дніпропетровську відбувався турнір чемпіонат України по бодібілдингу, на якому ви зайняли перше місце в категорії вага більш за 80. Юніори. Є різні категорії. Є юніори, це які до 23 лет возрасту. Вони как бы свої соревнуються, тому що до мужчин это чуть далековато. Угу. Ну, є вже. Так, я знаю, що участь брало більше ніж 300 спортсменів. Поділіться своїми враженнями. Чи важко вам було? Як це? Чи перший, це не перший ваш титул, але чи може якісь особливості були? Розкажіть, поділіться. Так, особливості були. Особливість була саме, мабуть, для мене складна. Ну, соревнования с соревнованиями, я уже, в принципе, привык, это для меня не первая подготовка. Каждая подготовка, она, в принципе, сложная, но ты привыкаешь. Самое сложное, если честно, это была сама поездка. Так как ехал я на автобусе, а трасса была Днепропетровск, Николаев, и там дорога просто кошмарная, ужасная. Я не смог, я не спал всю ночь, меня укачало, тошнило, было очень плохо. Но потом... Мне повезло, скорее всего, это какая-то удача подвернулась, что в Кривом Рогу все вышли, и я смог хоть чуть-чуть поспать. Так. И это мне просто столько сил дало. А так би я не знаю, якщо чесно, так би я не виграв. Так, але ж ви виграли, вже маємо те, що маємо, і в нас є фото. Я прошу показати саме, як ви приймали участь, брали участь у цьому чемпіонаті. Дивимося. Так, це кадри з произвольної програми. Ви такі всі гарні. Це все порівнянні. Шоколадного кольору, скажіть, вас чимось намащують, так, спеціально? Так, це спеціальний такий грім, він має... Такой приятный запах очень. Ну, шоколадный, долго, напевно, так? Долго держится. А навіщо це робить? Ну, это для того, чтобы вот когда-то вы стояли под светом софитов, было видно все рельефы мышц, потому что свет – это самое главное в этом. Угу. И вообще в этом спорте, как самое главное, не обязательно быть огромным каким-то, громадным. А что? Да. Ну, надо просто создать иллюзию, идеальные пропорции. Да. Ось воно як. Ну, безумовно, це жарти, потрібно мати і гарне тіло, але все ж таки це одне із ключових цієї гри. Да. Скажіть, як взагалі відбувається цей чемпіонат? Це один день, два, які етапи? Ну, обычно это два дня. Ну, все проходит достаточно очень быстро. Сравнительно с тем, сколько ты готовишься к этому турниру, все проходит достаточно быстро. На сцене мы находимся, ну вот, сравнения проходят где-то минут 10, и произвольная программа каждому спортсмену, когда он выходит один и продемонстрирует, ну как, произвольная программа, типа танца, это длится минута. Ну вот, в принципе, и все, и потом награждение, и все. Ну, все занимает минут 15-20 на сцене ты стоишь. Да, ну... Это того стоит, как бы, тут. Тобто ви там ще й танцюєте трошки, так? Так, так. І дивіться, оцей ваш грим, як ви виглядаєте, теж враховують, як зображення, да? Да, надо повністю бути на сцені ідеальним, повністю. Все должно бути, від прически до, да, до грима. Ну, так як, якщо грим плохой, з п'ятнами, то ти смотриш зовсім по-другому, а це все дуже грає. А скажіть, а цей грим у вас є спеціальні гримери, які вам накладають? Ну, да, є спеціальні на соревнования кабинки, так скажем, і там тебе шліфують. Сашенька, я знаю, що ви берете перерву на 3 роки після цього виграшу. Чому? Що ви будете робити ці 3 роки? Буду віддихати, спорту, займатися більше сімейними справами, так як... Спорт, скажем, дает отпечаток на семье, потому что ты зацикливаешься только на себе, на своей цели. Просто других мыслей нету. Плюс еще предсоревновательная диета, которая также несет на моральную нагрузку очень сильную, так как все дома едят все подряд, а ты питаешься только определенными там продуктами, и ты становишься от этого чуть-чуть злой, завидуешь. До речі, да, я читала про бодибілдерів, і дуже багато, що вони злі. Я ж думаю, чого вони злі, от тепер і з'ясували. Саша, ось ми підійшли до харчування. Як харчуються бодибілдери? У вас якась спеціальна дієта? Розкрийте нам. Ну, як би сказати, це не можна назвати дієтою, це просто правильне збалансоване питання, в котором треба висчитати собі правильний свій раціон. Ну, как бы математика, скажем. У кожного індивідуально?
Да, у каждого индивидуально, ну, потому что как все люди разные. Ну, есть основные базисы, которыми руководятся все, а там уже идут разные различия. Ну, как бы сказать, есть такое два периода в жизни спортсмена. Это набор мышечной массы, увеличение. Там, в принципе, все легко. Ты кушаешь. Чем больше съешь, тем больше будешь, как говорят. Ну да, только тоже надо в правильных местах становиться больше. А потом идет самый этот главный процесс, который выводит все твои показатели того, где ты себе нарастил мышцы или не нарастил. И вот начинается сушка, вот, так называемая в наших рядах. Да. Ну и происходит просто уменьшение количества еды общей. Да, заменяется там, например, если ты кушал много каши, то ты начинаешь есть в два раза меньше каши, потом вообще кашу не кушаешь. И, грубо говоря, ешь одно мясо. Мясо, яйца, только белковая пища. Саш, Но это а недовго. тільки білкова, а є от табу, яке ніколи не можна їсти бодібілдерам, от якусь, що Ні, можна і вообще. тортики їсти, і печеньки, да? Да, ну мы ж не роботи, обычные люди. Да, поэтому На кушать вигляд ви можно. незвичні там на сцені. Это такое. Так, я зрозуміла. Дивіться, бодібілдер, мишці, вони зростають. Я читала, що там щось рветься, ви зараз ними так рухаєте. Саша, це корисно бодібілдинг для здоров'я? Чи може бути якась шкода від нього? Ну, Скажіть. если подходить с умом, то, конечно, все полезно. Ну, просто ввиду неосведомленности своей люди делают много ошибок, Яких саме много помогло? граней, загоняют себя, ограничений много делают. Все на самом деле намного проще, чем кажется. Просто я тоже раньше, когда начинал, ограничений много, там, думаешь, там, соль нельзя кушать, а это все неправда, там, то нельзя кушать, то нельзя, и сам себя загоняешь в какие-то определенные рамки, но из-за этого результат лучше не становится, из-за этого становится только хуже твое здоровье и самочувствие. Просто нужен человек, который будет грамотный, как тренер. Ну вот в этом спорте тренер важен очень, потому что ты себя субъективно сам оценить не сможешь. Тебя должны оценить кто-то другой, потому что ты можешь на день себе нравится, не нравится, ну так как, в принципе, у всех людей, я думаю. И вот, да, за счет вот этого именно знаний надо подходить, и тогда, скажем, риски для здоровья будут минимальные, ну, так как это спорт, любой спорт Ну несет так, какие-то риски. без То травм не есть, буває. да. Саш, сьогодні ви вже персональний тренер, а давайте повернемось в історію, як ви розпочали. Чому ви обрали саме бути бодибілдером? Да, ну вот я сам иногда задавался себе этим вопросом, как это все началось. Ну, я думаю, что это началось с того, что отец у меня, ну, он не занимался профессионально, но просто был моряком и на фотографиях, ну, тренировался, да, казался мне просто каким-то нереальным. И вот мне всегда было хотелось быть похожим на него. Он как в жизни для меня вообще пример, как и семьянина и вообще, ну, из этого я так посчитал. Ну, вообще я не занимался ничем до 10 класса спортом, да, ну, футбол так чуть-чуть, баскетбол, везде я пробовал, но нигде долго не задерживался. Потом пошел в школьный зал, в школьное тренажерное у нас было, да, такая советская, и решил немного исправить свою как бы осанку. Так, і Да, и вот, а почалось. потом появился у меня друг, и он так говорит: ой, так интересно, интересно, начал как бы глубже входить в эту, в интернете, изучать, смотреть спортсменов, атлетов. И, в принципе, вот так вот уже все полностью туда А, Саша, а коли увяз. взагалі варто починати? От, хто Начинать, хоче ну, бути? я... І одразу ще одне запитання. Кожен може зайнятися бодибілдингом, чи мати щось таке потрібно не таке в тілі, чи будь-хто може почати Нет, цим это может, займатися? можно заняться бодибилдинг тем и хорош, что он не несет в себе никаких возрастных ограничений. Можно прийти в этот спорт и в 30 Та лет. ви що? Да, и даже выступать, и заниматься. А каждый, да, я думаю, каждый. Главное знать, чего ты на самом деле хочешь. Потому что многие люди приходят, но не знают. Они это делают, потому что это стало сейчас как мейнстримом. Просто все этим занимаются. Сейчас это популярно. И вот они как-то так занимаются, не понимают, чем занимаются. А если задаться конкретной целью, то получится. Если ты знаешь, что тебе это надо, то тут вопросов нет. Подходите к грамотным людям, которые будут вас как бы наставлять и все. Зрозуміла. Дякую. Мені так цікаво з вами розмовляти. Я б ще годину з вами сиділа, я так заслухалася. Все ж таки, ви плануєте повертатись до цього Ну, спорту? Сім'ю конечно. влаштуєте, я вже У меня зрозуміла. большие цели в этом спорте.
Вот есть любители, это как мы, а есть профессионалы, это уже когда переходят на новый уровень. Люди, которые выступают, получают за это деньги, профессиональный спорт. Ну вот у меня все-таки цель стать профессионалом. У нас в стране только один такой человек есть, он с Одессы. Ну, вот, сподіваюся, що ви будете наступним. Я бажаю, можна я присяду до вас ближче і попрошу вас вживу зробіть, ну отак і кроби. Можна? Я завжди про це мріяла. Пощупати, боже, вони як наче залізні. Клас. Дякую, у нас в гостях був Олександр Бондар, триразовий чемпіон України з бодибілдингу.